20 апреля в Ходзенской модельной библиотеке прошла акция «Библия-ночь-2024», которая объединила любителей чтения и их семьи. В этот вечер гостей ожидало множество интересных развлечений и теплая атмосфера. Начало мероприятия было поистине зажигательным. Коллектив кавказских танцев «Аса» открыл вечер своим волнующим танцем «Девичий». Thank you.
После этого ведущая мероприятия познакомила присутствующих с акцией «Библия. Ночь» и пригласила детей прочитать стихи о семье. У меня есть бабушка, дедушка, баба, мама, и я что же это? Семья. Спасибо, милый папа, что ты достаточно мне. Люблю улыбку ясную, она как всегда мне. Хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов. Много мамы, бьем дети, всей душой их любят дети. Только мама есть одна, всем дороже мне одна. Кто она? Отвечу я. Это мамочка моя. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хочу, чтобы про нас говорили друзья, какая хорошая ваша семья. Пусть будут мирные дни обеспечены, если мы сделаем что-то не так. Любимые, милые, добрые мамы, храните любовь и семейный очаг. Затем участники смогли насладиться фотовыставкой под названием «Семья в объективе». Здесь были представлены фотографии самых счастливых моментов жителей аула со своими близкими. Особенно захватывающим стал караоке-вечер, в котором участвовали 7 семей. Каждая исполнила свои любимые песни, атмосфера была просто неповторимой.
Для детей прошел интереснейший библиокэшинг. Взрослые же наслаждались литературным кафе «Семья плюс книга». Здесь каждый смог найти чтение по своему вкусу. Особо запомнился мастер-класс рисования на камнях, который проходил с таким энтузиазмом и радостью у детей. Заключительным моментом мероприятия был просмотр художественного фильма «Последний богатырь». Все участники получили море положительных эмоций и впечатлений.